13 мая видеосервис YouTube запустил новый раздел «Музыкальный хит-парад». Сервис еженедельно составляет список лучших клипов и песен в зависимости от географического положения. В результате были придуманы 4 топа – лучшие треки, исполнители, клипы и музыканты, которые набирают популярность. Таким образом, можно выбрать страну и посмотреть, что же любят слушать люди в одном из 44 государств. YouTube уже назвал лидеров среди исполнителей за последнюю неделю. Для российской аудитории самыми популярными клипами стал «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Миллион алых роз» Егора Крида и «Один целым» рэпера «Фараон». Самым же популярным исполнителем в России по версии YouTube стал Егор Крид. На втором месте расположился LG, на третьем – дуэт «Время и стекло». Также там упоминаются Ольга Бузова, Ленинград и другие. Рейтинг постоянно обновляется. В списке можно проследить за ростом и падением популярности. Кроме того, с помощью списка удобно смотреть, кто сейчас популярен, и следить за музыкальной культурой в любой стране. Диана Шилова, Ольга Мажурина, Универньюз.